Привет! Мы сегодня будем готовить шпроты из салаги. Нам потребуется салат, луковая шелуха, черный чай, лавровый лист и черный перец. Для начала мы будем делать заливку для салаги. Чтобы получилась вкусная, красивая салака, мы складываем промытую луковую шелуху в подходящую кастрюльку. Добавляем туда 3 лаврушечки средних, 5-6 горошин перца, 2 чайные ложки черного чая, 1 десертную ложку соли. Это десертная ложка, не столовая. Это что-то среднее между чайной и столовой. Ложку насыпаем соли без горки. Теперь заливаем. Нужно 1,5 стакана воды. Я сейчас залила стакан воды и сейчас еще добавлю еще 1,5 стакана на уварку. Варим эту смесь примерно 15-20 минут под крышкой. И затем оставляем до остывания, чтобы она настоялась. Пока смесь варится, займемся рыбкой. Нужно ее почистить. Вот я уже почистила. А это бонус. Почти в каждой рыбке была икра. Охлажденную заливку я процедила. Получился стакан заливки. Теперь нужно уложить рыбу очень плотно в кастрюлю. Кастрюлю подбираем так, чтобы подошла как раз к тому количеству рыбы, которое у вас есть. Укладываем рыбу гармошкой, спинка к хвостику. Ну, вообще как получится. Желательно как можно плотнее. Ну вот как-то так. Выливаем заливку в рыбу. Добавляем туда же стакан растительного масла и ставим на самый медленный огонь, какой только возможен. Сильно рыба кипеть не должна. Если она кипит, снимите с огня, отставьте ненадолго. Вот так медленно кипит рыба. Через 2 часа она готова. Вот наши шпроты. Приятного аппетита!